Агафонова. Сегодня в первую очередь до посадки листиков мы должны с вами обсудить такую тему, как режим полива. Потому что это основная проблема, наверное, выращивания фиалок. Если сразу, как говорится, не наладить полив, то о листиках уже даже и речи не может идти, потому что это самое главное. Итак, чтобы понять, сколько, какой режим должен быть, нужно обратиться к родине произрастания фиалок. Все их знают. Африканская фиалка, значит, Замбарские горы, растет где-то в Африке, но никто... Ну, многие считают, что Африка – это жарко, сухо, соответственно, боязнь поливать в достаточном количестве присутствует. Чтобы разобраться в этом, нужно хотя бы загуглить, да, где эти Замбарские горы, какой там климат, и создать похожий климат в наших комнатных условиях. Собственно говоря, любую культуру, которую мы берем откуда-то и пытаемся адаптировать в комнатной культуре, мы к этому должны обратиться именно к родине произрастания. Итак, по температуре. Замбарск вообще территориально, это юго-восток Африки. И северная Танзания, Кения, ну это чисто географически, чтобы вы понимали. Климат отличается в горах, намного прохладнее и влажнее, чем от той же северной Танзании на равнине. Там гораздо жарче и суше. В горах намного больше осадков выпадает, и эти осадки долгое время задерживаются. Поэтому считается, что Замбарские горы покрыты влажными тропическими лесами. Так вот, по температуре. Температура, самая высокая критическая температура была плюс 30 днем. В летние месяцы до 30 может подниматься. Но это не значит, что она все время такая. То есть это вот были зафиксированы такие вот, то есть непостоянная такая температура. И самая низкая холодная температура, которая там была замечена, плюс 11 градусов зимой, в период, когда ночные температуры такие. На самом деле климат гораздо комфортнее и мягче. И с этим связано огромное многообразие растений, которые произрастают в этом регионе. Количество осадков выпадает. Есть два периода выраженных, осень и весна, проливные дожди. Количество осадков очень много выпадает. И есть два периода, которые считаются засушливыми. Дождей просто нет. Но это не говорит о том, что там напрочь все высыхает. Тем более, что это влажные леса, они все равно очень долгое время сохраняют влагу, и то количество осадков вплоть до следующего засушливого сезона хватает. Вернее, весь засушливый период до следующего проливных дождей сезона хватает. Какая же почва? Вообще, сами фиалки, они нигде попало в этих лесах растут. Они растут вблизи водоема. То есть где-то река, водопад или что-то такое. То есть даже если где-то что-то пересохнет, просохнет, то это самое влажное место, которое ей нравится. Корневая система у фиалки считается слаборазвитая, мочковатая. Мы можем вынуть из горшка и посмотреть на корневую систему. И что мы увидим? Множество белых, тонких корешков. Это говорит о том, что корневая система не запасает питание и запасает влагу. Она, скажем так, ленивая. Она не приспособлена к засушливым периодам. Значит, у нее на родине всегда почва, в которой она произрастает, влажная. Что такое мочковатая корневая система? Это когда главный корень не развивается, даже у семян. Да, вот из семян выросло растение. В первую очередь растет главный корень. У фиалок он со временем, даже растения, выращенные из семян, со временем он перестает развиваться, активно растут боковые корни. Если бы у нас была возможность высадить куда-то неограниченное пространство горшком, мы бы увидели, что корневая система растет вширь. Множество боковых корней от корневой шейки. И вот почва, в которой растут фиалки, это поверхностный слой. Вот опадают растительные остатки, какие-то мхи, листики, веточки, все это наслаивается. Самый верхний слой почвы, который контактирует с воздухом, он менее разлагаемый. То есть свежие опавшие, допустим, какие-то растительные остатки. А вот под ним сохраняется такой микроклимат, сохраняется влажность. То есть верхний слой защищает от испарений. Под ним идет активный процесс разложения. Влажность, температура создают благоприятные условия для переработки вот этих растительных остатков. И как раз-таки в этом почвенном слое корневая система фиалки
произрастает, то есть только туда. В глубину ей нет надобности. На глубине глубже, более разложившийся, более однородный, более питательный, он плотнее, влажнее. Ей он не нужен. Только вот этот поверхностный слой, где есть эта вот корневая система. Он структурированный, то есть частички растительных остатков, они еще в процессе разложения. Он малопитательный, так как они до конца не разложились. Он воздухопроницаемый, потому что он крупные частички. Воздухопроницаемый. И при этом сохраняется долгое время влажность. Зная это, мы можем создать похожие условия, подобрать в комнатной культуре. Сразу скажу, что сохранять влажность такому легкому воздухопроницаемому грунту очень сложно. Традиционный полив, если мы используем, мы все равно используем вот в качестве субстрата в основном верховой торф, потому что он по структуре похож, он малопитательный считается, тоже не до конца разложившийся, но сам по себе он впитает, если ему дать воды, полить хорошо, да, он очень много воды впитает. Для этой цели используем рыхлители. Могут быть разные. Я уважаю очень перлит. Он воду хватает, быстро отдает, то есть он помогает грунту, и воздухообмен улучшает, и быстро, вот если, допустим, что-то пересохло, он помогает быстро смочить грунт. Можно также добавлять пенопластовые шарики. Ну, это уже как бы такое вот новшество. Можно добавлять, можно не добавлять, кто-то уважает и пополам делает субстрат. Любой ценой мы добиваемся воздухообмена. Это самое главное. То есть помимо влажности должен быть хороший воздухообмен. Традиционным способом, если мы поливаем фиалки с вами, то как это происходит? Либо мы по краю горшка поливаем, мы не мочим листья. Почему? Потому что вода, если свет попадает, останутся пятна на листьях. Если попала вода в макушку, да, она может отмереть, потому что вот эти все пятна считается ожог оболочки, и нежная серединка может у нас погибнуть просто. Если же у нас холодный воздух на мокрые листья попадает, тоже будут пятна на листьях. Значит, мы традиционно не мочим листья, не поливаем их с лейки, с ситечком, например. Поливаем по краю горшка. В свое время у меня мало-помалу коллекция росла, около 4 стеллажей уже накопилось фиалок, и я поливала их традиционно. Конечно же, чем больше их становилось, тем меньше я успевала их своевременно полить. И поливала по краю горшка, как и другие комнатные цветы. И в один прекрасный день я взяла это растение на пересадку и увидела, что у меня верхний слой почвы вот настолько влажный, на дне там чуть-чуть влажнее, да, а в середине, вот как географическая карта, были абсолютно сухие участки. Из этого я сделала вывод, что я полила недостаточно, этому бедному растению до следующего полива еще долго стоять, а она уже ее сегодня надо полить, хотя ее полила вчера. Поэтому я решила поливать снизу. Приобрела просто поддоны поглубже, за 1-2 полива поняла, сколько надо наливать. Вот. И если традиционный полив используем, поливать лучше снизу. Тогда вы точно поймете, что у вас полностью грунт пропитался. Сигнал к поливу, верхний слой почвы просох, не ждем ни завтра, ни послезавтра, подожду еще, пусть все высохнет, такого нельзя делать. Корневая система, помним, не предназначена, не приспособлена пересушки эти выдерживать. Сверху только подсохли, наливаем в поддон воды и до самого верха, ни чуть-чуть, ни по капельке, а нормально полили. Залив считается тогда, если вы видите влажный грунт и льете воду, ну это мало кто делает, да, вот я в детстве, может быть, так делала, поливала вот без надобности. Либо залив считается, когда у вас растение влажное и остается стоять вода в поддоне. То есть вы должны понимать, что вода вытесняет воздух из почвы, и все поры забиты водой, залиты. Вот это залив. Все остальные случаи считаются пересушкой. Что происходит с такой корневой системой, которая переживает вот эту пересушку? Ну, даже просто вытащить из горшка, на несколько часов поставить, они не просто заветрятся, они отомрут корни. А что будет в грунте с этими корнями, которые поотмирали? Они будут перегнивать. Миллионы бактерий, которые нас с вами окружают, они везде и всегда. В воздухе, в воде, в почве. Как-то от них защититься мы с вами, нас защищает иммунитет. У растений тоже иммунитет. Растение пересушено – это вечный стресс. Иммунитета крепкого не будет.
Как только вы поливаете пересушенное растение, вы даете, во-первых, этим микроорганизмам, которые там есть, они всегда там есть, просто для них есть работа. Надо это, отмерзшие органические остатки, перерабатывать. И вы даете им, температура позволяет, полили, процесс пошел, они начинают активно размножаться и перерабатывать эти корни, которые поотмирали. Все бы ничего, вроде бы польза, да, но когда эти продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов попадают в проводящую систему, то есть растения, это как у человека сепсис, заражение крови, молниеносно это разносится по сосудам, по всему растению. 2-3 дня растение погибает. Вот если вы поймете, что сушить не нужно, нужно в обратную сторону все, залив только если оно постоянно в воде, учитывать воздухообмен, чтобы сохранился, а проблема решится сама собой. Не нужно бояться их поливать. Если вы заняты, дети, дача, работа, командировки, отдых в конце концов, если традиционный полив оставить, каждые 2 недели надо поливать. Чем меньше объем, тем больше, чаще надо поливать. Если у вас детки, листики в стаканчиках, там еще что-то, знаешь, день через день ходить проверять. Это вот если вы никуда не отлучаетесь, вам скучно, занимайтесь, пожалуйста. Если куда-то же уехать, это проблема. Невозможно. Это надо обучить какого-то человека, чтобы оставить. Я в свое время в пакет прятала это все. 4 стеллажа упаковать, потом это все распаковать. Все равно были потери, потому что включить свет они сварятся. Постоянно в тепличке растения, которым не нужны такие условия. Тем более, если жарко, летом же обычно отдыхаем. Выключить свет, повытягиваются. Было так, что я оставляла с цветочками, мне жалко было оборвать. Эти цветочки в пакете сгнили, упали на серединку, розетка погибла. Еле успела там листики какие-то сохранить. Поэтому очень хлопотно и не нужно. И для этого придумали ленивый полив. Я его именно так и называю, это фитильный полив. Относиться к нему как к чему-то такому вот сложному, не знаю, там, суперпрофессиональному не нужно. Профессиональный полив совершенно по-другому выглядит. Фитильный полив бояться не нужно при условии, что есть некоторые, как обычно, есть некоторые правила. Нету такого, чтобы у меня он когда-то не работал, потому что есть такие коллекционеры, которые пробовали, пытались и делают выводы, у меня фитиль не тянет. Фитиль – это не шланг с водой. Это вот вы напиток, трубочку положили, чтобы пить, да? У вас же фонтан не плещется, то есть вам нужно прислониться и потянуть. И вот чтобы фитиль заработал, грунт должен его потянуть. И чтобы он потянул, его надо полить. Но это любое… Да, грунт. Грунт должен быть влажный. Вы посадили растение, его нужно полить. И что мне нравится? Нет варианта залива вообще. Я вот, например, посадила, вставила фитиль, добавила обязательно рыхлители, чтобы у меня не слеживался грунт. Чем больше рыхлителей всевозможных, тем лучше воздухообмен. Я, допустим, полила сверху, у меня прям течет через дренаж вода уже в емкость. У меня все лишнее вытекло, фитиль работает. Я могу подбором емкость хоть ведро поставить и уехать на месяц. Меня это устраивает. Я не хочу быть в рабстве у фиалок, ходить поливать. Да, я люблю любоваться ими, я хочу, чтобы у меня больше времени на это уходило. Поэтому фитильный полив. Я фанат фитильного полива. Сейчас немножко тогда поговорим про емкости. Ну, вот такая вот. Это вы мне поставили показывать. Я такое не использую сразу. У меня все это... У вас более промышленный подход, у нас любители. Любители. Я вам сейчас расскажу про свои емкости и скажу почему. Вот здесь такие. У меня вот такие емкости. У меня вот такие были. Не наливать. Итак, про емкости. Ой, а можно мне горшочек какой-нибудь, 9-ку или какой-нибудь, да, для примера? Какой-нибудь горшочек. Можно 2, наглядно. Ольга, выбирай, какой тебе нравится. Так, любой можно. Все подойдут.
Можно вот так? Упадет. Поэтому не так. То есть у меня самые первые емкости были вот такие. И горшок примерно такой же был. Может вот такой. У меня, так как у меня традиционный полив был, у меня горшки были побольше объема. Ну, не больше этого, конечно. Я посадила как? Вот примерно был бельевой шнур. Как мне объяснили, просто вставила туда, вот так, в любую дырку. Чуть-чуть насыпала грунт, буквально донышко закрыла. Петлей вот так или колечком, ну, чтобы равномерно смачивался. Еще насыпала чуть-чуть, чтобы контакта прямого не было. И высадила туда детку. Поливать мне, я говорю, как полить. Дренаж не нужен никакой, вообще ничего не посыпать. Как полить? Ну, здесь он немножко широкий. Вот до сюда мне сказали налить воды, чтобы через дренаж вода напиталась, пропитала весь этот объем горшка. Далее должна опуститься вода, то есть прямого контакта. Когда мокрый грунт, прямого контакта не должно остаться. Фитиль будет собирать всю воду. Он, ну вот здесь прям удачно он лежит. Он не просто там еле достает, он чуть-чуть должен лежать. И все, оно работает. Я посадила, у меня к тому времени, ну помимо того, что я ведрами выкидывала от полива до полива, я посадила, у меня через, ну, были такие, которые плохо цвели. Листья тусклые, цветов вообще нету, и по полгода не цвели, такие были. Через месяц у меня с шапками уже стояли. Я так обрадовалась, я осмелела, задумалась, ну, думаю, у меня коллекция-то большая, надо все пересаживать. Я осмелела, думаю, а что пересаживать, грунт одинаковый. Я просто нарезала оставшиеся фитили, и вот произвольно, что помещается в это отверстие, там палочку какую-то, или что-то, всем повтыкала. И все работало. И также я применяю, если я новое что-то покупаю, в принципе, все растения, которые благолюбивые, я всем смело сую просто фитили, и все. Вот это такая емкость. Ну, вот такой горшок, например, вот на неделю хватает. Ну, я уезжала, мне был повод уезжать на 2 недели, например. Приезжаю, вот так все лежит. Ботва перевешивает, стакан пустой, не очень устойчивая конструкция. Чтобы уезжать на подольше, у меня вот эти были тарелки для традиционного полива. Я уже понимала, сколько наливать, запомнила сколько. Тарелка, вот так вот можно смять ее, качество очень хорошее, в ленте такие сейчас продаются. Не ломается, ничего с ней не делается, они 1000 лет уже эти тарелочки у меня, вот, уже 10 лет я использую фитильный полив, и ничего с ними не происходит. Емкость побольше. Знаете что, когда вот такая вот, например, да, емкость, ну, случается все равно, по щучьему велению вода там не появляется, ее надо налить туда. И бывает, что пересыхает. Ну, вот как чудо природы какое-то. Вот почему-то они не погибают после таких просушек на фитильном поливе. И потом, когда поливаешь, она восстанавливается. И такого, чтобы она погибала, как вот при традиционном поливе, такого не случается почему-то уже много лет. Вот, почему, собственно, такая? То есть, если у меня пересохло растение, я опять же, здесь есть возможность чуть выше налить воды, она опять напитается. То есть каждый раз, если у вас грунт просох, наливаем больше воды, чтобы через дренаж пропитался грунт. Сам по себе фитиль не смочит сухой грунт. Он будет поддерживать. Есть возможность налить. У меня в основном все рабочие емкости вот такие. У меня было там вот 400 ведерок таких. Ну, у меня больше 1000 на самом деле стоит. Поэтому в чем минус? Он же минус, он же плюс. Емкость прозрачная. Если мы кормим, подкармливаем, добавляем в раствор воду, делаем раствор для полива питательный, емкость сильно зеленеет, прозрачная на свете. Ее надо периодически мыть. С другой стороны, прозрачно удобно наблюдать уровень воды. Особенно, когда их много. Я зашла, допустим, я сегодня поливать не планировала, я поглядела по полкам, ага, думаю, там уже надо вот. Думаю, ладно, я еще сегодня, вот завтра точно. Или я знаю, что я 2 дня еще не появлюсь, я самым, кто пьющий, так сказать, я им сразу налью воды. Вот. Есть, сейчас модно вот такие, опять же, из-за того, что она непрозрачная. Многие девочки используют, но мне мало, 500 миллилитров это немало. Вот они идут с такими крышечками, ну, вот такие дырочки вырезают, крышечки. Но мне неудобно. Я сюда вот так с растением подняла. Во-первых, любой диаметр горшка сюда подходит. Любой абсолютно. Маленький стаканчик можно поставить, если там маленький детеныш, да, вот. Любой. Петель воткнули, он будет тут расти. То есть
причем хватит на год этого растения утопить. Вот. Это мне прижилась, скажем так, конструкция. Вот это вот я пробую, но мне не нравится. Плюс только то, что она непрозрачная. Он же и минус. Я не вижу уровень воды, что мыть не надо. Здесь вот в одну, допустим, дырочку фитиль, в другую доливать воду. Опять, чем доливать, как доливать. Она может, ну, она не ерзает, в принципе, крепко держится. Защелкивать тут смысла нет, потому что тяжело потом с растением. Ну, в общем, сложность и хлопотность именно доливать воду, это не на мой характер, скажем так. Я уже думала вот так сделать. Опять же, если пересохло, сложно, вот сколько воды сюда. Если вот такой горшок будет стоять, например, да, этого объема, который сюда выше крышечки налил, не хватит пропитать. Маленький пропитается, большой нет. Вот тоже, ну, по аналогии. Ну, это устойчивое, да, вот как бы можно использовать. Тут, правда, придется вырезать дырочки. Не знаю, насколько мягкая. Тут еще бывает, вот у этих ведерок были собственные крышки. Они из такого же качества. Невозможно вырезать ничего. Это выжигать, прожигать. Я ее колю, она прям раскалывается. Вот это, кстати, тоже одноразовая тарелка, как кашпо выглядит, маленький горшочек, тоже можно использовать. Ну, если я смогла наладить полив для взрослых, что делать с малышами? Вот листики укорененные, деточки укорененные, как быть с ними? Такое это роскошь, столько места нет. Я подсмотрела в интернете, вот такая конструкция. Опять же, эти у меня остались от прошлого. Всегда что-то сподручное. Эти тоже каких-то количество было. Разрезано именно для того, чтобы вода протекала. Вот. Сейчас покажу стаканчик. Вот так это выглядит. Тоже оно не очень, как бы это. Но зато я беру кружку и вот прям сюда воду наливаю. Мне удобно. Есть для малышей, девочки, тоже высокая емкость. Вот здесь крышка, в крышке либо отверстие под само донышко вырезается, либо отверстие для фитиля. Слишком высокая конструкция, тоже может опрокидываться и все. Я от этих емкостей уже ухожу. У меня сейчас немножко другая система. Ну тоже вот замучилась мыть. Представьте, их там 500 штук. Я вот, для меня это кошмар просто. Ну и сейчас, если про фитильный полив все понятно, я вам сейчас покажу, что я придумала для малышей, а потом уже в дальнейшем у меня появилось новое помещение, так как я уже прикарманилась. У меня появилась фиалочная теперь. И я вам покажу примитивный такой вот. Это все каждый может себе придумать. Вот это кошачий лоток. Это, ну, современный. У меня были пострашнее, как бы это. Вот продеты фитили, они лежат вот на самой. У решетки есть ножки. Выглядит, ну, я выбрала такой цвет, у меня еще фисташковый такой. Я купила все одинаковые. Вот. Сюда помещается 200 литров воды. Далее. Это вот называется капиллярный мат, он тестированный, брушный. Даже вот эта вот поверхность блестящая не мешает ему, он все равно впитывает. Ну, это нарезан был просто под другой поддон. Вот так это все устраивается. Это защитная пленка, чтобы он не портился. И сюда наливается вода. Первое время я вот таких малышей ставила без фитилей. Какой-то пьет, какой-то не пьет, там надо следить. Потом я, ну, первый год так было. Потом стала вот такой, это чулок. Тоненький, нарезать. Ну, я думаю, это везде, вот, каждого найдется. Слитки, любой капрон, гольф, все что угодно. Фитиль должен быть синтетический. Любой шнур, вот бельевой шнур там или какой, лишь бы впитывал воду. Ну, это вот у всех есть, это надо покупать, допустим, да, вот пряжа, кто вяжет. Ну, вот эту я для взрослых вставляю пряжу. Акриловый, 100% акрил. Вот этот тоненький, вот они нарезаны уже под стаканчик, например. Дырявого нет стаканчика. Ладно, потом покажу. Я вставляю вот эту пряжу произвольно. Вот дырочки я делаю вот здесь лезвием, вот так срезаю, произвольно вставляю.
и выставляю. Иногда можно... А у меня лезвие есть. Я сейчас... Я как привыкла, так и сделаю. Ну, давай, делай как привыкла. У меня показать. Как делаем? Нет. Тебе лезвие принести? У меня лезвие есть. Я шипела. Ну, давайте, ладно. Оно будет... Это запаснее. Вот. Не, я в парикмахерской работала, у меня рубили. У меня руки умеют это делать. Вот лезвие я беру. Это если я при посадке. Я вот так. Ну, мне удобно, особенно когда она острая. Вот, я просто ребрышко срезала. Вот, дырочки. Все. И туда вот так вставляю подфитиль. Это при посадке. Если я детки или листья планирую, так сказать, для мата. Если на фитиль, вот так. Это будет выглядеть, да? Если не на фитиль, а я уже, допустим, на маты, вот так. Ну, просто на дне. Просто на дне этого хватает. Абсолютно хватает. И вот так вот их там выставляю. А маты сколько вы там должны быть? Вы знаете, я раньше наливала выше решетки, когда у меня просыхало, но потом поняла, что это глупость полная. Главное вот налить сверху, чтобы мат мокрый был, но не... как бы не все не время в воде, не, да, не болото. Вот до решетки. До решетки. У вас решетка не должна плескаться в воде. Фитили заработают, но просто когда вот просох, вы первый там, ну, у меня там 200 литров влезает, там я кружку налила, потом уже смотрю, прямо на мат лью. Все лишнее, он пропитался, все лишнее ушло, фитили работают, все прекрасно работает. Но мне этого тоже мало было. Ну, потому что этого хватает примерно на неделю, ну, если, может, дней на 10. Мне мало. А зачем тогда пленка? Пленка? Черная. Черная, чтобы защитить вот этот коврик, иначе он будет пачкаться. Просто защитное покрытие. И водоросли не росли. Про водоросли сейчас страшную историю расскажу. Она какая-то специальная, да? Это вообще специальный коврик. Вообще сейчас на озоне нету в доме фиалки. Есть в доме фиалки, это можно купить, оно нарезано. Нарезано. Вот мне хватило метр, вот я тоже тут покупала, метр на 16 вот таких емкостей. Но она водная. Да, она мелкую, вот потрогайте. Она мелкая. И это впитывает. Ну, я раньше, знаете, пробовала синтепона кусочек, или вот эти вот рулонные тряпки есть, продают в рулонах, ну, для кухни белые, они не синтетические оказались, вы знаете, я их настелила, они попрели, погнили и жутко пахли. Это вот в доме фиалки сейчас есть, да, есть? Есть. Если, ну что, если что, на озоне. Но это было, я давно покупала, это настоящие. Сейчас продают и с белой пленкой, и там еще. Ну, белую я не ожидала, что она позеленеет, честно говоря. У меня другая система. Именно на мокрых вот таких фитильных матах она очень быстро позеленела. И не просто позеленела, а еще и вот это позеленело. В общем, это очень тяжело потом отстирать. Оленька, прошу прощения, вот дом фиалки уже нарезал, упаковал. Вот, да, но тут белая пленка, пленочка. Черный мат, 400 рублей вот этот комплект. Начинающими, у кого нет трехэтажных домов с везде стеллажи с фиалками, вполне. Для пробы, для опыта, для хорошего выращивания. Вот они есть на справа, там, на уровне кассы. Как я и сказала, мне этого мало. Я думала, что придумать. И сделала вот что. Тоже с дырочками, иначе как поплавки будут всплывать. Вот, подставила вот такие тумбочки. Стаканчики у меня тоже эти были. Я просто ходила и примеряла, что сюда можно применить. Решетка у меня помещается вот так. Единственный минус, бортика у решетки нет. У меня все вот так вот. Это только поставить и не трогать. Розеткам нормально, все, что в горшочках. А вот такое, особенно если листик еще пару тут торчит, то ну, как кегли разлетаются. Но это не перемещать, не трогать, вот так оставить. Хватает, тут 2,5 литра вливается на 2 недели, даже больше. Хватает, и я довольна. Тоже из минусов. Много у меня было, 88 штук в квартире. У меня в основном в одной комнате стеллажи были, и 88 штук. Все бы ничего, влажность повышается. Много не рекомендую. Вот для малышей, да, вот всю коллекцию переводить, конечно, это было не чревато. И плесень по стенам была, особенно межсезонье, когда холодно или холодное лето. Прям вот, прям зябко, да. И я очень вообще переживала, думала, у меня и на фиалках потом плесени пойдут всякие, там, мучнистая роса и все такое.
То есть в большом количестве не рекомендую. Но для тех, кто переживает, что влажность невысокая, несколько штук таких поставить, не надо какие-то специальные увлажнители, которым надо воду наливать. Вот. Так. 2 года назад я сняла помещение в аренду под фиалки. Первые у меня были, значит, вот такие еще были, сейчас покажу. Тоже как вариант емкости. У меня этих просто 400, а то количество стеллажей и растений, которые я напихала в свою фиалочную, было 720 штук. Все были взросленькие. Есть еще вот такая конструкция, можно сделать. Ну, это тоже зеленеет. Если тут стенки гладкие, помыть можно, то вот эти ребрышки сложно. И оно, если дольше, вот как бы лень там или еще что-нибудь, с ужасом думаешь, как это мыть, оно еще сильнее все зарастает, невозможно водой отмыть. Надо прям чем-то вот для ванны средство какое-то использовать. Сюда тоже санфор, можно. Который с кислотой, который промывает сейчас трубу, потому что когда засоряется, вот это. Я сейчас, знаете, что купила? Накипин называется, желтая бутылка. Лучше, да? Оно моментально на глазах все разъедает, все это. Ну, надо аккуратно ручки, ручки подальше держать, иначе это. Так вот, можно сюда, ну, здесь по-другому дырки разрезаны, вот 6 влезает вот таких стаканчиков. Ну, тут надо следить. Если поставили фитиль одинаковой длины, одинаковый объем стаканчиков, тоже мне не прижилась такая, как бы это за всем надо следить. У меня стаканчик то такой, то другой, то 50-ка, и как бы надо всегда за этим следить. Ну, и опять же, у меня эта тоже конструкция долго не просуществовала. Вот, поэтому, когда это все позеленело, я героически один раз отмыла, потом увидела, девочки рекомендуют пакетик стелить. Та еще история. Я один раз постелила, меня муж отругал, ты целый мешок этих пакетов. Как часто ты их будешь зеленые выкидывать? Ну, во-первых, опять пакетики эти купить. Счетчик. Я на счетчик поставила. Размер, да? Размер не всегда угадаешь, там фасовочный, бутербродный какой. И как бы аккуратно не отрывал, по шву, вот если в рулонах, по шву обязательно какая-нибудь микроскопическая дырочка. В итоге вода все равно через пакетик просочилась, емкость позеленела, этот пакет как медуза там плавает, фитиль там запутался, в общем, я перекрестилась, убрала, и думаю, все, надо что-то думать другое. Мне нужно было что-то черное, большое и с гарантией. С гарантией. Я думала, думала, сейчас буду показывать, что я нагородила. Вот что я нагородила. Это большие, это уже не подвески. Вот подвески у меня маленькие. Вот эта конструкция под взрослые розетки. Все то же самое, как в этом. Теперь я уже, у меня вот это мат порезанный. Можно колготок, просто у меня колготки закончились. У меня был мешок с колготками, который закончился. Муж перестал колготки. На колготки деньги давать. Я не ношу. Не ношу, все закончилось, новые не стала покупать. В общем, суть в чем? Нижний поддон глубокий. Чем глубже, тем лучше. Это подставка, иначе все провалится. Если снять, он продавится, и все. И эти белые были больше. Вот. Эти, опять же, у меня были. Вот такие. Я их применила. Плюс там от фарша, от марша там все остается. Вот. Эти я уже докупила. Но опять, никогда не угадаешь. Понимаете? Я считала, считала, у меня полка 1,20 м на 60. Поддон 40 на 60. Логично, что 3 встанет. Но они не встали, потому что бортики, вот эта кромка не учитывается в размере. И они одна к одной, одна к одной, и третий не лезет. Я третий втиснула, но он такой весь, думаю, ну он треснет. Я не слушаю, мне столько обрезать. Прочность тогда уйдет. Нет, все нормально. Ага. Хорошо. Ну, я об этом думала. Я знаете, что думала? Просто один поддон, чтобы ребра не совпадали. Чтобы они один по один, просто уровень чуть-чуть, да, поднять я его вот получше. Это делаю. Вот я, наверное, ну, лень сейчас поднимать. Да, и опять же, поддоны. Это коробки из пикаж всяких, таких, да. Опять же, поддоны. Я их заказала, проверяла, 100 раз смотрела размер, 100 раз смотрела плотность этого пластика. Пришли поддоны, беру поддон на свет, углы светятся. Ну, то есть, шаркни один раз по пол, ногтем проткнешь, в конце концов. Я даже не подозревала, что они уже с дырками были. Это я потом узнала. То есть настолько тонко размещу, даже можно. Я их решила по 2. Сейчас я воду доливать не буду сюда, потому что это дырявый. Вот, по 2, чтобы держали воду. Вот эти тоже я начала по 2. Опять же, тот же размер, то же самое, думаю, черный. Высота разная. Не высота, они мягкие, они продавливаются. В итоге по 2. И каждый раз
Вроде все продумала 7 раз, отмерила, все равно что-то докупаешь. Сюда вливается ведро воды. Мне хватает. А? 10 литров? Да, правда, теперь ее натаскать надо. У меня на полит 1,5 куба уходит. Ну, зато я счастлива. Я почти 5 недель отдыхаю. Я 5 недель отдыхаю. Я вот это залила и занимаюсь. Хочу, любуюсь, хочу кофе. Хожу, пью возле них. Вот. Вот это все та же самая, как кошачий лоток, только в большем варианте. И у меня сюда, ну, у меня нет выставочных, вернее, они бывают, но я их перетасовываю, что какие-то пересаженные. Сюда 6 штук вот так вот становится. А вот мат, который сейчас продается. Это он после стирки не отстирался. Он был чудовищным, чудовищным зеленым. Это я его стирала от 95 градусов. Я уже все перепробовала. Вот этот О2 порошок, еще что-то, химия, и, в общем, я не знаю уже что. Он немножко... Для работы годится. Он немножко... Да мне без разницы, какого он цвета, хоть серо-буро-малиновый, лишь бы он функцию свою не тратил. В общем, немножко сел, но ничего страшного. Он был с белой пленкой, поэтому вот это случилось. Белая пленка, у меня питательный раствор. Если бы традиционно использовала маты, ничего бы не случилось. Но так как они у меня на питательном растворе, мокрая, мне пришлось менять пленку. Отдельно в рулонах продают, наверное, в двух местах в интернете нашла. Но там рулон, мне столько не надо. Еще и доставка там дорогая. Вот агроволокно называется. Агроволокно, я его прикупила, начала вот как бы это. Оно тоже все такое перекошенное, у него осыпается край. Мешки строительные, да. Но это не полиэтилен, это вот что-то, ну, рисовый мешок. Рисовый, не знаю, какой. Ну вот, чтобы не сыпался, пришлось зажечь свечу и поджигать. Потому что других вариантов надолго хватает. Ленивые фиалки не выращу. Это да. Постоянно в поиске. Это. Ну, в общем, как-то так. То же самое. Просохло, плеснул. И знаете, что нравится здесь? Нет времени мне ведрами таскать. Раньше, вот если в емкость, я как размочить? Мне надо полную налить, чтобы если пересохло, да, чтобы напиталась через дренаж. Здесь я могу хоть ковш вылить временно. Я понимаю, что у меня нет времени. Я вижу, там просохли. Плеснула, мат пропитался, и растения выпили с него. Фитиль я вставляю, на всякий случай вставляю. В каждом горшке у меня фитиль остался. Мне нет надобности выше уровня наливать. Я могу сколько угодно выливать. Время появилось, долила и поехала отдыхать там или еще куда-то. Хотя бывает, поливала, и одну полку пропустила, прихожу, все валяется. Все позасыхало. Все понятно с фитилем, с матами? Классно. Вот если особенно влажность вам надо поднять, у кого сомнения есть, влажность поднять, не бойтесь, вот, ну, чуть-чуть. Ну, не так, что все переставить, но это очень помогает, особенно вот этот вариант под детки, под листики. И вы знаете, они, если не пересыхают там, они так шустро растут, я не успеваю. С прошлого года я намеренно вот после продажи стала несколько сортов по 2 листика. Во-первых, я их выставила... У меня вот тут взрослые, а вот здесь рядочек, пока они маленькие были, я рядочек поставила. Они на питательном стояли, после укоренения, там туда-сюда, по 15 деток. Я один раз садила, полгода не могла, пока эти детки распихала, расставала. А там вот такой стаканчик, а вот тут вот так, это от листа. Там не детки, там стартеры уже зацветают, в общем, кошмар. Только успевай, как горшочек вари называется. А, что еще про фитиль? А, не бойтесь фитильного полива ни зимой, ни летом. Вот за 10 лет у меня не было повода снять, даже в мыслях не было. Я знаю, что я засушу и не сдохну. У меня такое было, вот некоторые даже опытные коллекционеры начинают паниковать, что холодно, им холодно, не замерзнут зимой. Ну, у меня большой как эркер гостиная. И еще от застройщика мы, съемная квартира, от застройщика, видимо, ничего там не переделывали, очень много прям дуло, особенно когда мороз с ветром, это вообще. У меня как в морозилке вот это все замерзало изнутри, у меня к стеклу листьями примерзали, я лед в банках ловила, то есть у меня откровенно были льдинки в емкости, фиалкам ничего не было вообще. Даже мучнистая роса? Мучнистая роса на окнах появляется, если под окнами трава мучнистой росой побит. Ну, это холодное лето, вот сырое было. Ну, это топаз и все, и ничего. Все хорошо. На стеллажах не бывает.
Кстати, фиалочная у меня в этом году. Я поймала температуру утром, приехала, у меня стеллажи на таймере. Мороз, я не могу в такой мороз сплит-систему включить, чтобы грело. Я поймала температуру плюс 14. Я сначала вот такой вот товарищ, кстати, вот он никогда не улыбается. Для людей он не улыбается, он фиалочный улыбается. Вот у меня в квартире, я думаю, ну и что тебе не весело? 35, он не любит 35. Он, как я говорю, в сговоре с фиалками, только подумал. 35 да? Влажность. 35 влажность, да, вот это термогигрометр. И вот я смотрю, думаю, может, думаю, какие-то вот эти перегорели. Не пойму, что за температура такую показывает. 14 градусов, мне страшно. Я пока глаза опускала по полкам ходить, у меня, наверное, 2 удара сердца пропустило. Думаю, ну все, замерзли. Не замерзли. Вот. Так что не боимся ни холод, ни жару. Грамотно составляем грунт. Воздухообмен не забываем. Поливать лучше, надежнее. Проще. Вот мне проще. Полив для ленивых. Бояться этого не нужно. Так, давайте сажать, наверное, да? Время есть. Давайте сажать. Сейчас еще по ходу расскажу. Я давайте сажать. Я приготовила вот такой субстрат. Не смешивала специально, чтобы с вами. Это обычный агробал и перлит. Здесь вот эта мерная, любая мерка. Я люблю, я не люблю на глаз, не печь, не готовить. Мне надо понять. Вот эта мерка. Две эти мерки я насыпала сюда агробалт. Одна мерка перлита. Ощущение, что попало. Да, нет, это он так просыпался. Нет, он так просыпался. Тут просто больше размазалось. 90% растений погибает, когда мы неправильно их поливаем. Другие 10%, когда мы неправильно их сажаем. То же самое, не забываем. Пересушку не надо. Вот в сухой грунт такой мы не сажаем. Я в свое время творила черное, можно сказать. Вот такое намешала, как из пакета высыпала, перемешала. Весь замес пока не пересадила, не полила. Они уже там и корневая подсохла, и все. Потом полила через 3 дня все трупы. Поэтому грунт обязательно увлажняем. Не так, чтобы с него текло. Вот я люблю так это именно. Один к одному, да? Нет, здесь 2 к 1. Я для листиков, потому что, ну, я сделала. Смотрите как. Сейчас я покажу под тепличку, как сажать. Если я точно знаю, что я оставлю это на фитиль или на маты мокрые, я сделала пополам. Ну, шарики сейчас не добавляю, можно было в шарики, но я. На листьях там и так нет ничего. Там половина шариков. Вот. Наливаю столько, что вот именно так вот я, допустим, сначала грунт, потом перлит, он пылит. Так, эта ложка, наверное, сейчас сломается. В общем, нужно увлажнить, но не так, чтобы с него текло, чтобы он не пылил. Сейчас вот посмотрим, достаточно, недостаточно. Чтобы он стал рассыпчатый. Он должен остаться рассыпчатым, чтобы не слипался, но и не пылил. И в таком состоянии грунт вот при поливе, он быстрее воду впитает. Потому что, может, если сажали, обращали внимание, сухой торф, он, вода прям каплей держится сверху. Вот. А так он быстрее пропитается. Мне так хочется рукой залезть. Чешется, у меня руки. Мне надо пощупать, потрогать. Ты без перчаток работаешь, да, Олечка? Какие вон руки ужасные. Конечно, без перчаток. Я не могу перчаток. Я не понимаю, не это. Так, знаете как? Всем. Вот так. Ай! Радикально. Мало, наверное, полила. Эй, посыпалась. Так, мало. Пылит, видите, пылит. Надо еще пылить. Ну, обычно я побольше, у меня вот такой контейнер большой. Я прям литр воды туда выплескиваю. Переминаю это все. Кстати, вот тоже по торфу самый нормальный агробалт. Не надо искать каких-то иностранщину эту. Не надо привыкать к этому. Пакеты? Нет, он тоже хороший в пакетах. Вот этот вот профимикс, он считается более профессиональный. Но я, знаете, я раньше классманом лет 5, наверное, пользовалась. Пока не попробовала агробалт, думаю. Агробалт это фирма? Агробалт, да, фирма. Синий такой пакет. Как это называется? Агробалт S. Верховой торф. Цветущих
Просто это. Нету. Он продается на Озоне, синяя упаковка, Агробалт S. Дома я это делаю большими, вот такой большой поддон, 70 штук влезает. Я все распасовала и погнала. Традиционно в массе я делаю именно так. Сейчас один посажу, расскажу. Даже вот так вот, да, вот до краешка. Помечала, чтобы утрусилась. Почему не половинку стаканчика? Если вот есть мнение, не знаю, у кого как, я подтверждения этому мнению не нашла. Чем меньше объем, тем быстрее корневая система освоит этот грунт, потом только детки полезут. Но на практике я вижу, что я корней еще не вижу, а детки лезут. Тут важно не в какой объем посажено, а как глубоко посажено. Есть вот, опять же, коммерческий вариант, когда сажают непосредственно в зип. То есть сюда чуть-чуть земельки сыпанули, ложку две. Воткнули лист, этикетку, там все и вперед. Да, он быстро. На самом деле и на воде через 3 недели детки уже лезут у основания. Потом как их, эти детки? И это вот продал, забыл и все. Но человек, который это приобретает, это надо распаковать, пересадить, перевалить и так далее. Я всегда, как говорится, мосты не сжигаю, потому что я не все могу продать, что хочу. И это все останется. И мне вот это проще выбросить, чем вот это пересаживать мартышкин труп. Я делаю все сразу под себя. Вот они у меня укоренились, там 2-3 месяца проходит. Сигнал мне достать, я понимаю, что надо, потому что такое количество открыть, полить сложно. Поэтому я их сразу вынимаю, ставлю, вот как я показывала, отрезала, да, донышко. Вставляю фитиль и либо на вот, вот такой вот мат. Это детки. Либо это лист. Без даже не появились. Они могут появиться, могут нет. А там же, вы говорите, грунт подкармливается. Нет, сейчас не подкармливаю. А. Когда выставляю, вот когда если выставляю. Я уже там по-любому корни есть. Когда я выставляю, да, они уже, если корни есть, значит, они что-то ели, там уже мало. Поэтому, да, надо уже потом, после вот этого, когда уже там... 3 месяца, правильно? Ну, примерно. Вот если раньше выставлю там, да, но за 3 месяца там точно детки есть. Детки появились. Обязательно условия на свету это должно быть. Не на столе, не под столом, не на тумбочке, это должно быть на свету. Подоконник беречь от прямого солнца, чтобы они не сварились. Если откровенный сквозняк, холодный, вот как сейчас там, да, вот лучше поберечь, чем-то прикрыть. Еще разочек листик посадил. Да, вот так все, вот, да, и 3 месяца не открываем. Ну, 2. А поливать когда? Не надо поливать, хватает. Я же говорю, вот в этих долго держатся. И приходится проветривать. Если прозевали, лист сгнивает от такой вот влажности. А там бывает, вот это появляются капельки. Капельки, как туман есть, да. И ничего не открывать. Не надо, ничего. Вот пока капельки есть, значит, поливать точно не надо. Почему не делаю дырки? У меня бывает бэушный стаканчик с дырками, ну, все подряд использую. Быстрее просыхает грунт. И потом поливаешь, этот, он быстро вытекает вот сюда, вот в уголочки зип-пакета, грунт сухой остался, а тут водоросли растут. Ну, поэтому не использую так. Палочку я вставляю для чего? Во-первых, мне удобно, я когда в зип засовываю, мне удобно это все. Не падает. Сюда вот так прикрываю. Ну, единственное это. Зипа у меня, наверное, нет свободного. А из-под листа? Есть зип? Нет. Вернее, играет длина среза или отломана вот столько. Ну, мы должны понимать, что деткам, чтобы вылезти из грунта, нужно преодолеть расстояние. Чем оно короче, тем быстрее оно появится. У меня была знакомая девочка, тоже я ей там листики подарила. Она вот их, как они были с длинными черенками, воткнула по самое дно. Естественно, они у нее там погибли. Но я ломаю вот до хруста. Если гнется, значит, не поломается сам ткань, чтобы не смялась. Ни ногтями, ни зубами ничем не помогаю. Должен быть хруст. Нет хруста. Берем лезвие. Вот. Я сажаю по самые плечи. Полностью такая туда и вот. Значит, длина черешка примерно 1-1.5 сантиметра. Ну, полтора, да? Ну, 2 бывает по-разному. Бывает, сейчас здесь такого, вот такой сейчас посажу, покажу. Бывает лист сильно волнистый такой, фистончатый, как сказать. Бывает такое.
Сейчас покажу. Вот такой я привезла показать. Прикольный сорт. Называется Lamborghini Veneno. Ну, я вот только... Нет, это не два листа. Это называется тюрнюрная листва. Этот у меня листик я раз паковала, крутанула, и он у меня сломался. Это бастовая листва. Такой интересный листик. Да. Вот. И цветочки у него яркие, такие розовые осы. Ну, он обильно цветет, такие они как не очень не крупные. Но тут он скорее экзот. Экзот. Я их экзот. Чуть-чуть наискосок резать, да? Ну, я просто... Это у меня привычка. Или это не обязательно? Собственно говоря, если я ломаю, там никакого искоска не получается. Если я ломаю. Это кому как... Кто как понимает. Сам лист, когда вот у меня палка-подпиралка есть, сейчас я покажу, как они еще на этом... Сам лист, когда укореняется, растет. Вот они такими не остаются. Лист черешок вытягивает. У меня были такие, аж зип расстегивается. Застоялся там что-то, за это уже мне стучится. Я говорю, да подожди. Вот. И бывало даже так, вот он туда подворачивается, ломается, отламывалось, было такое. Я не знаю, в чем причина, если честно. И на свету держала. Один и тот же сорт, вот там, допустим, два нормальных, а три какие-нибудь такие. Самое главное – освещение. Вот. Традиционно я сажаю вот так, в массе своей. Но бывают плохиши, листики на троечку я их называю. Это вот уже деточки, да? Это типа? Деточки. Посмотрите, какие листья были посажены. Белые. Без хлорофильные. Без хлорофильные листья. Так и были? Они такие были? Они такие были. Это вот когда покупаешь пестролистный сорт, выбираешь лист позеленее. Ну, может быть, логично, если вот так. Вот эти листья при высокой температуре в тепличных условиях сгниют. Потому что вот эти вот участки белые, без хлорофильные, они вот такой климат не любят. Я побоялась эти листья. Ну, это уже я как бы повторный эксперимент. Здесь еще и грунт поганенький использовался. Это был эксперимент. То есть они вполне себе приживаются, эти листики, дают деток благополучно. И детки потом нормально? Детки нормально. Этот вообще пережил даже вот низкие такие температуры. Ольга, ну ты вот советуешь, как такие листья укоренять? Ты сказала, что в зип-пакете они могут плохо себя чувствовать. Это выращен вот на таком мате. То есть никаких уже у меня нет как-то повышенной влажности? Да, нет, вокруг листа нет влажности, только у корней. Если вы допустите пересушку, и он у вас не погиб, и вы потом понимаете, ну бывает такое, не погиб, но друг еще хуже, не дает вообще деток. Проходит 3-4 полгода, он жиреет, сам кабанеет, деток нет. Народ интересовался, раскапывал, смотрел, что там у корней. Образуется калюс. Калюс. Ну, кто картошка там, копыта, пятка, как угодно называют, это калюс. По сути, это ткань листа сформирована из дедифференцированных клеток. Они должны были превратиться в побеги, но им помешало недостаток влаги. У растения при недостатке влаги вырабатывается гормон покоя. Он дает сигнал, воды нет, жизни нет, сидим ждем. И клетки множатся. Ну, есть вот размножение инвитро, да, вот в пробирках на питательную среду. Ее просто меняют, сначала разращивают этот калюс, а потом множество, потом среду поменяли, дали гормон роста и поперли побеги. И вот такой лист очень сложно потом заставить дать детки. Я выжимаю одну максимум с него, но думаю, чем время тратить, я снова переукореняю, у него обычно вот такая ножка уже. Пока он еще бодрый, веселый, я его сламываю и снова сажаю. Вот при выращивании на матах или на петильном поливе, то есть здесь сейчас нету, но другой еще покажу, нет варианта, что он пересохнет и не даст деток. Шансов у них нет, они всегда дают деток. Вот на петильном поливе, вот эти вот листики, видите, он начал портиться, потом передумал. Потому что он был в тепличке, но было прохладно, я поэтому рискнула, оставила. Он успел прижиться, дать деток, но потом начал портиться. Я его вытащила, обрезала и вот... Можно то есть вот так листик тоже можно выращивать? Можно сразу туда его так сажать. Сразу туда. Да, либо, не дожидаясь. То есть без вот этого? Без вот этого. Либо на мат, либо на этот. Вот я вам сейчас покажу еще. И выращены сразу.
эти были лопухи, они просто не влезли в зип-пакет. Это нижние старые. Вот один у меня с фитилем, поэтому я вытащила, эти только посажены сейчас. Этот с фитилем, ну они оба были с фитилем. Фитиль просто лежит, вот если посмотрите, он просто на дне лежит. Просто на дне лежит фитиль. Работаю в одну сторону, всем рассказываю. С чего он из шерсти? Пряжа акриловая. Можно вон колготочки или что-то? Вот январские листья, которые пережили лютый розы. Холод, мокрые были там, не знаю, я за них переживала. Этот просто крупный лист, вот он дал дружно деток. Этот лист тоже был нижний, вот он обрезан был, он лежал прям на мате. У него даже ткань листа была, вот если бы в тепличку, он бы сдох. Вот ткань листа поврежденная, видите? Вот с обратной стороны. Это вот когда лист замокал, портился там что-то, это он благополучно прижился, дал веток. То есть листики на троечку стали отличниками. Вот эти я, этот еще не прижился, этот эксперимент. Вот тоже вот такие листики, но эти прижились. Это кроновая пестролистность. Вот тоже, видите, я вот зип из зипа, мне эти вот палочки, они мне помогают. Здесь тоже нет еще дырок. Чтобы они не ложились. Ну, чтобы они не выскочили, не сломались, когда укоренились. Ну, какая-то защита. Ее можно потом снять, если вы поставили и не трогаете, не двигаете. Я потом вынимаю. Они не всегда стоят. Ну, вот тоже как бы с дырочками, дырочками. Самое главное освещение. И опять же, впереди лето, жару такие теплички не выносят. Пробуйте вот так снимать.